В зимний период лучники стреляют не на открытом поле, а в помещении. Площадкой для проведения чемпионата края и первенства стал универсальный зал Южного федерального центра спортивной подготовки. Сегодня и завтра за медали в личных и командных зачетах поборются лучники в возрасте от 17 лет и старше. Они представляют команды Анапы, Новороссийска, Красноармейского района и Сочи. У нашего спортсмена Романа Половинка все шансы занять почетное место пьедестала. На недавно прошедшем соревновании в Новороссийске Рома смог набрать почти 300 очков. Я побил свой собственный рекорд. Вот. Выполнил норматив мастера спорта, но мне его не присвоят, так как на этих соревнованиях не было судей высшей категории. Я надеюсь на эти соревнования показать высокий результат, чтобы уже знать, что я покажу какой результат на следующих соревнованиях. На этих соревнованиях получить звание кандидата в мастера спорта уже можно. Кроме того, показать хороший результат значит получить шанс войти в состав сборной команды края и выступить на всероссийском турнире. Он пройдет в конце декабря в Рыбинске. А пока участникам нужно будет пройти по два квалификационных круга и постараться набрать наибольшее количество очков. Стреляет 18 метров. Остается по 32 сильнейших спортсмена. И затем они в личном первенстве разыгрывают золотые медали. Командные соревнования пройдут завтра. Вот, по итогам квалификационного раунда берутся сильнейшие команды, и, соответственно, они тоже будут разыгрывать медали. Итоги чемпионата края подведут завтра, после пройдет первенство, где за кубки поборются юниоры и юниорки. Их результаты станут известны 16 декабря. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.